спортсмена и тренера бывают такие моменты в жизни, к которым мы готовимся очень длительное время. И хочется вас всех поблагодарить за то, что вы рядом с нами и нас поддержите в это время на стадии подготовки к Паралимпийским играм. И сейчас вы тоже с нами, мы очень рады, что такие люди нас поддерживают. В дальнейшем мы хотим пообещать вам, что мы будем делать все возможное, чтобы в следующий раз мы достигали еще больших результатов, мы будем готовиться, мы будем работать над этим. И мы хотим, чтобы мы все воспитывали настоящих патриотов, патриотов Украины и нашего города Николаева. Прекрасно, все здорово.